Есть ясная причина, почему Всемогущий настоял, чтобы мы жили в одной стране. Она состоит в том, что Тора делает акцент на изоляционизме. Народ, живущий отдельно, это не какая-то пустая поэзия. Это значит, что Всемогущий хочет, чтобы еврейский народ был отделен. Потому что если мы не отделены, мы можем смешаться с язычниками. Невозможно избежать влияния культуры большинства. Ни одному еврею, кто живет в этой стране, практически невозможно избежать культурного влияния большинства. Невозможно избежать размывания и загрязнения истинности Торы культурой большинства.